Никак не могу с этим смириться, Кума. Вильянуэву отняли у меня ее. Они всегда забирают все, что мне дорого. Все, Кума? А разве не одну только Валентину? И ее тоже. Но сначала мою сестру. Они ее забрали, разлучили со мной. А я даже не могла ее навещать, потому что они меня презирают. Одного не пойму. Зачем Валентина решила вернуться туда, где ее никто не любит? Не знаю, мама, но какое-то чувство постоянно заставляет Валентину возвращаться в этот дом. Она как приговоренная. Олимпия ее ненавидит. Эта женщина хуже ядовитой гадюки. Но у нее все есть. Все. Извините, сеньор, моего приятеля привезли в эту больницу. Где я могу разузнать о нем? Пройдите к справочной. Извини, ты ищешь Арестеса? Да? А ты что, с ним знаком? Ну, конечно. Ты ради меня не помнишь. Я была в клубе в тот самый день, когда случился конфуз с Валентиной. Вспомнил? А, ну да, конечно. А ты не знаешь, где сейчас Арестес? Арестес должен быть уже дома. За ним приехали и увезли. Кума, а что это за парнишка разговаривает с Беатрис? Она его любовь на всю жизнь, и с этим ничего не поделать. Я могу только мечтать. Нам предстоит серьезный разговор, Валентина. Так больше продолжаться не может. Он женится на ней. Арестес любит ее и возьмет в жены. Ты меня слышишь? Что с тобой? Что с тобой, Валентина? Почему ты плачешь, доченька? Алехандро, Алехандро, извини, не уходи, я же не представилась. Беатрис, подруга Валентины, кузина Арестеса. Очень рада с тобой познакомиться. Алехандро Сильва, лучший друг Арестеса. Ну, конечно. Зачем тебе представляться? Ведь я тебя знаю. Видела твои фотографии в журналах. Кстати, здесь одна афиша. Арестеса на самом деле уже забрали? Арестеса? Ну, конечно, забрали. Хорошо еще все обошлось, за ним приехала мамаша, но он в полном порядке. Я рад за него. Слава богу. Ну ладно, мне пора. Если ты без машины, не беспокойся, я попрошу брата тебя подвезти. Нет, не надо. Алехандро, дорогой. Большое спасибо, за мной приехала невеста. А кто эта девушка, милый? Никто. Знакомая Арестеса говорит, что его уже забрали. Да бог с ней. Поехали. Беатрис! Беатрис, мы уезжаем. Извините, дядюшка. Простите, но ничего не могу с собой поделать. Не понимаю. Что с тобой, дочка? Ведь все, кажется, обошлось. С Арестесом все в порядке. Да, я знаю. И очень этому рада. Тогда в чем дело? Ни в чем, честное слово. Вы за меня не волнуйтесь. Меня не проведешь, милая. Я знаю, почему ты грустишь. Это видно по твоим глазам. Серьезно? Да, но можешь рассчитывать на мою поддержку. А как вы хотите меня поддержать? Чтобы ты могла видеться со своей тетей Цаса всякий раз, когда захочешь. Но только она сама должна приезжать к нам домой. Иначе, как ни жаль, но я буду вынужден запретить вам видеться. Хорошо. Сеньора никуда не поедет вечером? Нет. Этим вечером у сеньоры семейный ужин. Моя дочка и мой муж уже вернулись? Доктор Лоренцо сказал, что у него очень важное совещание, а сеньорита Чики целый день не было дома. Как же так? Неужели они забыли, какой сегодня день?
За твое здоровье, мое сокровище, и за этот многообещающий чудесный вечер. За нас, Лоло. И за наше будущее. Ну, конечно, Наталья. За наше будущее. Впереди у нас много тайных и страстных свиданий. Прекрасных свиданий. Ну, не таких уж и тайных, мой котик. Наталья. Наталья, солнышко мое, не надо ничего придумывать. Мы об этом уже не раз говорили. Я сторонник свободных отношений. Они идеальны и бесконечны. Какой же ты бронишка, обманщик. У тебя есть жена, мой дорогой. И насколько я знаю, вы вместе прожили всю жизнь. Это другое дело. Кукла, мать моей дочери. Хорошо. А что мне мешает стать матерью твоего сына? Минутку, Наталья, ты к чему это? Я беременна, милый. Да, у меня от тебя будет ребенок. И я хочу получить все. Этим ты ничего не добьешься. Наталья, ты только что совершила самую большую ошибку в своей жизни. Какая нервотрепка, милый. От одной только мысли, что все могло закончиться гораздо хуже, у меня мурашки бегут по коже и сжимается сердце. Ну как такое могло случиться с тобой, чемпион? Ты же настоящий ас, любые трассы проходил. Сам не пойму. Машина выскочила неожиданно, потом удар, в глазах все потемнело, очнулся уже в больнице. Забудь про свой мотоцикл, Арестас. Хватит испытывать судьбу. Не всегда так везет. Ну что ты, принцесса. Такое с любым может случиться. Просто настал мой черед. Главное, несмотря ни на что, мы отделались легким испугом. Все правильно, братишка. Кстати, а что это у тебя с лицом? Кто тебя так приложил? Никто, я случайно ударился. Я не понимаю, почему этот тип не затормозил? Он же мог убить тебя. Даже не заикайся об этом. Хотя я абсолютно уверена, это был не просто несчастный случай. Да нет, сеньорита, парнишка, от которого мы об этом узнали, рассказал, что чемпион сам налетел на машину, а сбивший его шофер тут же пришел на помощь и отвез его в больницу. Ну, конечно. Какой молодец. Надо его разыскать и наградить. Надеюсь, ты его запомнил, мой дорогой. Он нам за это ответит. Мы его достанем из-под земли. Не беспокойся, найти его будет проще простого. Более того, ты удивишься, когда узнаешь, кто он такой. И кто же он, милый? Твой приятель, полицейский. Что? Ты говоришь, Чики Лоренс? А кто это? Ты не помнишь? Известная модель, та самая девица, которая выгнала нас в тот день из клуба. Как я могу забыть эту кривляку? Так вот, мой дорогой, эта кривляка явилась в больницу к Арестасу. Признаюсь, удивительно, как она его в объятиях не задушила. Я так поняла, она и есть его невеста. Похоже, сестренка, они созданы друг для друга. Два одинаковых болванчика. Но не знаю, мне кажется, Арестас совсем не такой. Я тебя умоляю, сестра. Если бы он был другим, то не стал бы встречаться с этой пустышкой. Но я тревожусь за Валентину. Если она и дальше будет сохнуть по этому Арестасу, то проплачет всю свою жизнь. Этого никто не знает, Франклин. И вот что я тебе скажу. Валентине в плане фигуры далеко до этой Чики. Но вся ее красота внутри, она исходит от ее души. По-твоему, это не важно? Еще как важно, сестренка. Нет ничего важней. Ты хочешь сказать, что мог бы полюбить такую девушку, как Валентина? Не надо, Донья Елена. Я обещала Арестасу, что сама приготовлю ему суп. Мне это не трудно, дочка. Но я обещала ему приготовить сама. Как же ты похожа на свою...